Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Викана. Предварительно хочу сказать, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Нажимайте на волшебный колокольчик под моим видео. Также там есть мои контакты, если кому-то нужны расклады на разные темы, на разные аспекты, обращайтесь, пишите мне в Viber, либо в WhatsApp. Всех вижу, всех слышу, всем отвечу в свое свободное время между консультациями. Итак, хочу показать вам такой расклад, ценит ли вас партнер. Чужая душа, конечно же, потемки. Не все люди могут рассказывать о своих чувствах, потому что в сердце бывает бушует всякий, как говорится, такой огонь чувств, но высказать, описать это иногда не хватает просто слов, как говорится. И люди некоторые просто скрывают это, не хотят показывать, либо тянут время, чтобы какой-то определенный момент потом что-то высказать, что-то показать. А некоторые мужчины, в принципе, даже как бы и демонстрируют это поступками, но не словами. И поэтому давайте посмотрим, ценит ли вас партнер. Сделаешь такой расклад. Итак, какой видит вас партнер? Какие чувства он испытывает к вам? Боится ли он вас потерять? Что ему особенно нравится в вас? И готов ли ваш партнер для брака? Внутренний либо внешний, готов ли он для брака? Вот давайте сейчас рассмотрим, какой видит ваш партнер. Вас партнер, извините, пожалуйста, это первая карта. Какие чувства он испытывает к вам? Боится ли вас потерять? Что ему особенно нравится в вас? И готов ли он внутренний к браку? Итак, смотрите, что мы здесь видим все-таки, на что же нам показывают карты. Какой он вас видит? Знаете, очень хорошее впечатление вы производите на него. Это терпение, это выдержка. Также обычно вот в таких ситуациях мужчина, знаете, как могу объяснить такую ситуацию, женщина сама дает повод, что она может мужчину ждать достаточно долго. Аркан умеренности показывает. И мужчина видит, что она терпеливо ждет. Хотя по этому раскладу можно также сказать, что роман продолжается уже, возможно, не первый год. И поэтому женщина уже показывает, что она, да, его ждет. И он видит ее терпение, видит ее порядочность. Видит все ее только хорошие стороны. Но основной акцент я хочу сделать на терпение. Я, возможно, еще вернусь к этой карте. Какие чувства он испытывает? То же самое. Относится к вам прекрасно. А туз пентаклей, когда эта карта выпадает, можно смело просто говорить, что дальше не гадать, да, на чувства человека. Это очень хорошая карта. Он готов вам дать все, что он имеет. Также финансовое обеспечение, как говорится. Знаете, последний снимет с себя и может отдать. Очень расположен хорошо к вам. Чувства испытывает самые искренние, самые яркие, самые хорошие и достаточно порядочные и честные чувства. Боится ли потерять вас? Да, боится. Боится ужасно потерять. Вы для него это все. Это даже, понимаете, то, что потерять, это мало сказано. Это очень острый аспект. Он жить без вас не может. Вы для него это все. Но, это я потом скажу, что ему особенно нравится в вас. Это очень хорошая карта. Это тройка кубков. Тройка кубков. Во-первых, вы ему симпатичны. А, знаете, есть такая ситуация, есть такое состояние человека, когда нравится и картинка, и внутреннее состояние. Вот как раз здесь вот эта гармония присутствует в женщине. Здесь и внешность очень нравится, и внутреннее наполнение, и такая приветливость. Такая открытость, такая харизматичность. Все в полной гармонии, гармоничное сочетание всех качеств в женщине, которую бы он хотел иметь. Но к браку он, к сожалению, пока еще не готов. Пока он думает, и пока эти мысли он просто отсекает от себя. Тут знаете почему? Все-таки я возвращаюсь к первой карте. Давайте разбираться. В первой карте
Я всегда говорю, когда нужен брак и нужно с мужчиной выходить замуж уже, да, не нужно с этим никогда тянуть. Потому что здесь, во-первых, по последней карте, почему он отсекает? Потому что есть какие-то все-таки причины к этому. И мечевая мать всегда показывает, что даже есть какое-то воздействие, которое на него, либо причина, которая действует на него, почему он не может этого сделать. Как один из вариантов я всегда могу сказать, что мужчина может быть женат. У мужчины могут быть какие-то связи. Ну, может быть, какая-то еще девушка есть. Ну, он не женат, но у него есть девушка. Далее. Какие-то магические воздействия, которые не дают ему. И завистники, возможно, завистницы. Либо женщина, которая имеет на него какие-то виды. И поэтому все мысли о браке ему сейчас просто недоступны. Он не может воплотить это все в реальность. Мечевая мать всегда показывает, что когда женщина начинает говорить ему про брак, он начинает злиться, он начинает отворачиваться и уходить. Уходить в себя, давайте будем так говорить. Поэтому по этому раскладу на все готов. Огромное значение значит его в жизни. Картинка прекрасная и внешне, и внутренне. Все устраивает, но на брак не готов. Почему? Потому что ситуация затянута. Я всегда говорю, если женщина говорит, я твоя навсегда, я готова ждать, давай ты разберешься своими проблемами, вопросами, ждать придется достаточно вечно и долго. И поэтому в этом раскладе, как говорится, я вижу, что если к браку нужно подводить, то пора уже подводить, либо решать вопрос. Либо решать вопрос. Потому что это может затянуться по аркану умеренности очень надолго. И это может продолжаться достаточно долго. И вот в этом раскладе я бы посоветовала, конечно, если все-таки отношения должны закончиться браком, и есть такое намерение, если, конечно, не бывает другой ситуации, когда женщина тоже не свободна, и обоих устраивают такие отношения, но это совершенно другой вопрос уже. Вот. Поэтому не надо затягивать, уже пора начать выяснять этот вопрос. Почему он уходит, почему он отсекает, почему он так делает, это нужно уже сейчас начинать выяснять, потому что еще можно и 5 лет, и 6 лет прождать, и практически прождать этого мужчину всю жизнь. Здесь либо расходиться уже, как говорится, но расходиться достаточно сложно, потому что мужчина все-таки держит женщину. Он очень благодушно настроен на женщину, и женщина это понимает, поэтому она терпит и ждет. Вот такой расклад, мои дорогие, вам показала. Конечно же, он показательный. Конечно же, каждая ситуация – это отдельная ситуация с каждым человеком, с датами рождения, с миссиями человека, людьми, зачем они пришли на этот мир. Потому что бывает, попадается по датам рождения, когда я смотрю по картам Таро, попадаются отшельники. Отшельник – это мужчина, конечно, то же самое будет отсекать все попытки создать брак. Хотя мужские качества, конечно, никто не отменял, влечение к женщинам никто не отменял, но судьба, так знаете, инстинктивно его отводит от брака. Таким людям достаточно сложно создать брак. Но я сейчас не утверждаю, что этот мужчина именно отшельник по Таро, но в каждой конкретной ситуации, конечно же, нужно обязательно разбираться, и я разбираюсь на каждой консультации. И мы понимаем, почему мужчина все-таки отсекает вот эти мысли и действия, чтобы сделать предложение, наконец, заключить брак. Здесь нужно разбираться. Так что вот такой расклад, мои дорогие. Всего вам доброго. Кому нужен расклад, заказывайте, пишите. Будет еще много интересных раскладов. Всего доброго. С вами была Викана.